Итак, всем привет, я Техномакс и Дарксайдер Дженезис, продолжаем. Собственно, следующая глава. Ледяная пещера. Вольгриму нужно око предвидения, чтобы обнаружить местонахождение Люцифера. Поиск артефакта приводит всадников в древний храм. Ну, поехали. А это точно ад? Я мог бы здесь жить! Это царство бесконечных страданий. Преисполней скорби. Это подходит для нашей работы. Преисполней скорби! Ты сам-то себя слышишь? Вульгрим говорил о четырех маяках, которые нужно зажечь, чтобы открыть вход в храм. Ну так за дело! Так, это ледяной ад продолжения. Так, ну-ка смотрим. Такая карта, что ли, открыта? Как интересно. Зря выстрелил. Что они там закончились или нет еще? Сюда не пройти. Не похоже, что поджечь нужно. Хотя, может быть и нужно. Сейчас посмотрим. И куда он полетел? Здесь нужно поджечь. Один маяк зажжен. Понятно. Какие-то маяки нужно поджигать. То есть они зажигаются при решении, при поджигании маяков. Вот эти малые зажигаются. Все, я понял. Я думал, от этого нужно вот эти зажигать. Ладно. Тогда пойдем теперь вниз сходим. Чего-то интересного-то. Замерзшие скалы. Это похоже, как будто бы битва с боссом сейчас будет. О, ничего себе, это кто такой спит? Какой гад, блин. Чё за мини-диабло такой бегает? Ах ты, сука. Лови, бля.
Жестко насадил. И что это за вид такой, блядь? Да, камера в этой игре бесящая. Сейчас из этих осколков кто-то вылезет, да? Монета лодит. Ну, конечно. Хорошо, что мелочь. Интересно, а вот больше ничего нету? Блин, просто проход какой-то. Да, блядь, не застревай. Так, если по карте... А если по карте, тут хер чё поймешь вообще. Тихо. Нужно посмотреть, короче, здесь сундуки. Так, это я прошел обратно к центру. Вот эти платформы непонятные, для чего они, блин, нужны? По-моему, это платформа, чтобы куда-то прыгать. Я уже вторую такую вижу. Одна нам попалась, получается, по-моему, во втором уровне. Да. Там, где хранилище было за душой, когда пошли. А одна вот здесь. Так, я прошел обратно. Значит, по лестнице. А, вот опять, кстати, красные кристаллы. Непонятные. Которые тоже хрен знает, как разбивать. Вообще никак не бьются. Они закрывают вход наверх. То есть это в Darksiders, как всегда, блин, нужно получить некие способности, чтобы потом пройти, наверное, через эти кристаллы. Ну, видимо, да. Ладно. Это тупик, типа? Вот почему, блин, не сделали на карте... метку игрока. Путанки было гораздо меньше. Ну ладно, я прыгну и посмотрю. А, прыгну, там ничего нет. Это такой тупик, да? С пропастью. Хорошо. Тут ничего. Тут еще дальше же можно было пойти. Вот сюда. Мы ничего не боимся. А, ну да, конечно.
Чё у вас так много, чуваки? Малое ядро легиона. Аптечечка. А тут нужно поджигать. Не понял. Да стой ты, бля. Второй маяк зажжен. Хоть ад обогреть, а то им тут холодно. Без отопления-то. Там ничего вроде бы. Вроде да. Хорошо, теперь. Это я был где? Замерзшие скалы, да? Два хода. Получается, дальше мне нужно сюда или туда. Короче. Сейчас. Где там лошадь? Так, вот он центр. Теперь нужно пойти куда-то сюда. А, взрывные бочки. Только я бы зря их взрывал прямо сейчас. Ну да ладно. Тут есть подъем наверх и ход дальше. Ну, идем наверх сразу сходим. Ага, я что был. Все понятно. Значит, дальше. Что-то есть в пещере, нет? Нет, он просто здесь жил. Ну извини, чувак. Ты первый вылез. А это как? А, это вот так. Теперь нужно поджечь. Ага, подожжешь, блин. Это уже интересно. Как поджечь, если вниз оно не опускается? Это штука, которую нужно поджечь об огонь, а потом еще успеть туда бросить. А, нифига себе, что она так быстро зажигается. Так, надо подумать. Ну вот она берется, но она не поджигается. Либо ее нужно бросать куда-то сюда рядом, чтобы можно было на нее навестись. Да, действительно.
А, ключ. Ключ ловкача, хорошо. То есть это было просто так. А, дальше. Куда дальше-то? Обрыв. Ну, пойдем к обрыву. Эту штуку я тоже уже видел. О, ничего себе, взял ты и прыгнул. Уничтожим! Кого ты там собрался уничтожать? Нас много, а ты один. Да вообще-то это меня тут двое, а ты один. Бля. Я отдаю битве всего себя. Как-то эту штуку можно открыть. Знать бы как. Штука как-то должна открываться или как-то работать, но она не открывается. Такую я тоже видел вот там по второму уровню. Опять нужно ждать способности, чтобы потом возвращаться обратно на предыдущий уровень. Вот это вот меня всегда бесило в этой игре. Пол игры пройдет, пока нужную способность получишь. Так, на разговорщике. Одно могу сказать по поводу ада. Он просто огромен. Тем больше у нас причин действовать быстрее. Люцифер переманит всех на свою сторону, пока мы его ищем. У Совета наверняка огромный зуб на старину Люции. Я ему не завидую. Он нарушает равновесие. Мы не знаем, что он натворил. Наше дело правое. Почему ты вечно сомневаешься? Иногда нужно задавать вопросы. Хватит играть в солдатика. Но, наверное, делать наше дело проще, если причина не нужна. Брат, прошу тебя, давай немного помолчим. Ох уж молчу, вот эта война, блин. На раздор наоборот, балабол редкостный. Разбить все замороженный блок в ледяной пещере. Ну давайте, вылезайте уже. Да, сдохнет уже. Тут нужно тоже что-то взорвать, что-то поджечь. О, успел. Ну-ка. А, загорелись. Вперед! Остался один. Бойца легиона. И тут нужно еще вот эту поджечь. Не знаю, зачем еще одна. Ну пока еще одна горит. А тут есть что-нибудь? Нет? Нет, это просто так. Хорошо. Блин, это Skyrim какой-то уже напоминает. Тут нужна взрывчатка. А, и там нужна взрывчатка.
Просто я не понимаю, это обходной путь был? Наверное. О, молятся кому-то, прикольно. А, главному своему демону какому-то. Люциферу, может? Это все, что ты можешь? Так, где там души? Кормите долг в ледной пещере сферу души. Выполнено. Да, блядь, завершайся. Так, задача. Готово. Выполнил. А, далее. Что, сундук есть? Блядь, вот. А, какая сырая игра места. А, о. Это волшебник эти долбаны. Эй. Ну, где она? Скотина эта. Как тебе? Ну, что-то добивалки такие нехти. К сожалению, не сильно разнообразны. Огненное клеймо. Непрерывно вращаться при передвижении, наносить удары по врагам огненным клинком. Так, это пассивное умение. Улучшение войны. А, понятно, она еще и поджечь может. Это так, а это... А, оно уже экипировано. Ну, поехали. Вертолетик, блин. Вот что это такое? Такое чувство, что это для раздора, но... Оно вообще-то никак на него не срабатывает, или я что-то не знаю. Как будто какой-то телепорт. Но оно не работает. Не с двойником, никак. Хрен пойми. Так, что там с картой-то, блядь? Попробуй пойми еще, где я нахожусь, блядь. Пропасть всех ветров, древний мост. Чё, блядь, это еще где вообще? Тут еще и три уровня. Сдуреть. Кстати. Сундучок забыл. А, еще один. Что это за... А, это вот этот сундук был, тут наверху еще был сундук, получается. Это сундук Лимба. Бля, как до него добраться? А, ну это опять эта хрень, да. Я уж тут был. Так, на лошади будет хоть что-то видно. Тут я тоже был. Стоп. А что там внизу? А, понятно. Там внизу обрыв. Я думал, там какая-то полочка, на которую можно спрыгнуть.
Ну, я же был тут, да? Да, я тут был. Ну, вот нужно последнее зажечь. Это сюда. Нет, это магазин. Это туда. Ну, я ж тут был. А где последнее-то зажигается? Тут был ключ. И все. Вот же хрень, а. А, вот, сундук увидел. О, тут вообще много чего интересного увидеть можно. Как бы еще туда залезть. Залезть отсюда, наверное, нужно, да, каким-то образом. Замерзшие скалы. Тут я тоже вроде бы был. Все зажженное вроде бы. Это не ломается. А нет, вот тут я не был. Так, блядь, стены нахер не мешайте. О, еще одна платформа. Чё за пиздец? Это куда-то в эту сторону нужно идти просто. А, о, нашел ход. Я зараза. Да ни хера у вас много тут сколько. Понятно, они лезли, пока он был жив. Зажигаем. Готово. И что я открыл? Зажечь маяки, чтобы войти в ледяную пещеру. Блядь, ни хера не видно. Вот серьезно, если бы игра была с видом сзади, ничего бы не изменилось. Была бы нормальная игра. Войти в подземелье. Ну пошли. Вульгрим мог бы предупредить, что тут все разваливается на куски. Место старше его. Действуем осторожно. И ты мне говоришь об осторожности? Да, действительно. Война привыкла пролом переть. Какая нахрен осторожность? А это что такое? Безопасный. Да. Здесь опасность за каждым углом. Как здорово, что ты посвящаешь меня во все детали. Ну-ка, что там по карте? Пропасть всех ветров и...
Блять, ну вот как так была сделана карта, что она не отцентрована? И что ее нельзя подвинуть туши. Да, бля, ладно. Ледышки. Че они вылазят-то? Или они потом вылезут? Ага. Черту осторожность. Да, действительно. Тут уже не до осторожности. А, это гончая, кстати, союзная. Поздно. Раньше надо было. Тебе конец! Да в смысле, что он остановился-то, блядь? Ничтожество! А, ветер задул, что ли? Я думаю, что не так, Так, понятно, шлепнули. Я думаю, что не так ветер дует. Бля. А, он так умеет, да? Древний мост. Так, это нужно бежать, да? Тут все рушится! Ну, конечно. Поторопись, брат. Бля. Поторопись, брат. Блять, да неужели прошел с пятого раза? Карта ледяной пещеры. Ага. Не попал-то раза 4, наверное. Точнее, не попал я, блядь.
Ну это пиздец. Вывод был неверен. Э, бля, нихера себе. Да нахер так проще. Второй шест еще зачем-то. Бомба пустоты. Создавайте связанные порталы, бросив бомбу в пустотную панель. Между порталами можно переместиться... переместить как вещи, так и персонажа. Понятно теперь, что это за фиолетовая херня. Ну, пиздец. Стой! Я кое-что чувствую. Да что это за артефакт? Он вибрирует. Чувствуешь? Он полон какой-то энергии. Может, он как-то связан с этими странными глифами? Вы посмотрите, сила и ум. Вот оно его подъебывает регулярно. Так, как там переключать было? Ага. Бомба пустоты, на G переключать было. Ну, портал, хорошо. А, вот второй портал. Оп. Хорошо, я их соединил, типа. Ну, теперь туда. У меня мурашки. А у тебя мурашки? Нет, у него там мурашище, наверное. Кстати. Дальше некуда идти. Так. Будь прокляты эти загадки. Притормози, братец. Я уверен, что дорога есть. Надо использовать голову. Обычно я использую свою голову как таран. Ну потому и головоломки решать не умеешь. Потому что для кого-то голова это чтобы в нее есть и шапку носить. Так, нет, это не надо. Потом рука. Да, блин. Берем бомбу. Бросаем бомбу. Вот и все. Она из этого портала в этот перелетела и взорвала. Вот и все. Элементарно. Сохранение прошло. Так, ну прошло сохранение и прошло достаточно времени уже. Давайте, наверное, пока что закончим. Как бы события пока не шибко развиваются здесь. Так, небольшое путешествие через очередную ледяную пустошь. Все, с вами был Техномакс, это был Darksiders Genesis. Всем новых встреч, пока.